Бля. И мы начинаем проходить третью главу. Так, что там вообще у нас? А, это флаги Рейха. Черт! Да кто, блядь? Куда ты шмаляешь? Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связи! Тушите там свет в тоннеле! Считайте покойники! Есть! Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. Ага. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артем, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем тут. Хорошо. Понял. А где? Не зря ж я вначале этот нашел. Ключик. Здесь где-то должен быть кейсик. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Выход есть всегда. Артём, помоги открыть! Давай, давай, конечно, само собой. Открываем. Нет, это ебать они, конечно, Гераклы. Почему её было просто не оттащить? Прям так откинули. Эх! А паутины-то шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка и створы побольше. Главное их не разбудить. Так, ебать. Черт! Они уже близко! Стим у меня не открытый. Стим закрытый. Это отлично. Что-то у меня там происходит в этом, в Дискорде. Минутку. Не торопись. Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахты! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Умно, конечно, умно. Есть! Генератор в порядке! Чисто. Прошу, покатаемся. Ну, поехали. А почему тогда не было цвета? Сейчас вниз пизданемся, да? Какого? Что с ним? Почему встал? Я думал, там яйца уже на лифте. Отложено, что он ехать не может. Это хранитель, что ли? Черт. Ну, давай! Мне... Услышали я... нас, суки! Я так чувствую себя более в безопасности. Черт, самое логово попали! Где? А сколько их тут? А он хорош. Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Ой, блядь! Айда за мной! Жечь фонарем их, так и запишем. Интересно, он умрет или нет? Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Серьезно, он просто так умер? От света? Здесь есть какая-то нычка.
Так, сюда. Подожди, а сюда что? Блядь, сюда не надо идти. Блядь, оно все пульсирует так стрёмно на самом деле. Высоковато. Их. Да не особо уж и высоко, если честно. Где? Не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Нормально, сгодится. Артём, давай сюда, подсоби. Давай, что там тебе подсобить-то с чем? Я себе арматурка, конечно. Оп! Там еще одна. Айда за мной! Погон! Не ли... Сука! Брысь отсюда. Ты тоже что залез? А ну вон отсюда. Еще, блядь. Давай, я подсажу. Давай. Они внутри. Артём, руку. Эх. Ай. Бля. Скорее, ноги в руки! Не лезь. Сюда. Блядь, это какой-то другой. Витя. Дневничок. Брыть отсюда. Во. Вот что... Это то, что я искал. Факел. Туннели на станции метро лишь малая часть того, что было вырыто за долгие века. В неподатливой московской земле князь встроил в себя тайное убежище и секретные лозы. Цари сооружали катакомбы и сокровищницы, и уже тогда, века назад, натыкались на гораздо более древние хроны, прокопанные вообще не людьми пещеры, русла подземных рек. Никто не знает, что на самом деле находится вокруг станции метро. Над ним и под ним. Карт не существует, потому что картографы не возвращаются из своих экспедиций. Жуткие создания, обитающие в подземельях, действительно ли они порождены радиацией? Возможно, они всегда жили тут. Может быть, раньше они сторонили человека, а теперь чувствуют, что это наш конец близок, что мы больше никогда не будем хозяевами земли. Осмелили и показались на свет, подползая к нам все ближе и ближе, чтобы прикончить нас и поживиться нами, пока мы еще теплые. Да блять! Уйди! Кш! Брысь отсюда, плохой мальчик. Сука, мне шапалаху дал. Брысь! Эти какие-то со стороны жопы какой-то. Готов? Пошли! Ебать, вдвоем на проводе что ли прыгнули? Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Бежим, 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 бежим! Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут! Хорошо, забираем патрончики.
Ебать там. А может мы туда не пойдем? Погоди, хреново без фонаря. Дай хоть факел сварганю. Раз, два, три, ёлочка, гори. Гори. Ладно, двинули. Все хорошо, отлично. Черт! Артем, не отходи от меня! Я не отхожу от тебя. Так, ну я не мог не забежать туда на минутку. Вот, эти с хвостами, а я говорю, те другие, те были без хвостов все-таки. У тех не было хвостов. Те были прям заурядно другими. У тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Ага, ты почили здесь около огонька, я понял. Хорошо ты, конечно, устроился. Заметочка. Так, что там по заметке так? Павла, как и меня, фашисты взяли в окрестностях ботанического сада. Интересно, что он там делал. Да и вообще, какого черта они все там околачиваются? Думаю, Павлу, этот вопрос я еще задам позже. А пока нам просто надо остаться в живых и вырваться за границу Рейха. Здесь нам на самом деле сейчас нужно просто по-быстрому пробежать. Здесь мы в безопасной зоне. Мы подсейвились нормально. Да, вот они разные. Ебать и калаврати, бежим просто. Все, супер, запитываем провода. Мы нашли все заметочки, пока мы вообще их не пропускаем. Мне это прям нравится. А-а-а. Ёбутые тарантулы. О, талант не пробьешь, молочага. Готов? Первый пошел. За мной! О, супер, прошли немножко дальше. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один... Так, подожди минутку, договоришь попозже. Так, с тех пор, как мы оказались в метро, я поднимался на поверхность всего несколько раз. Радиационный фон там слишком высокий, слишком частые вылазки оборачиваются для новичков смертельными болезнями. Наверху всегда надо быть начеку. Загрязнение так неравномерно. Есть места, где убийственную дозу... убийственной дозой можно облучиться, схватить за несколько минут. А кое-где можно было бы даже жить, если бы не чудовище и не тоска. И тоска. Без дозиметра противогаза одного от другого ни почем не отличишь. А без противогаза на поверхности не выходить вообще никто. А когда-то мы были хозяевами земли. Сегодня хоть я и понимаю тот летний день в ботаническом саду,
С мамой мне уже почти не верится, что все это случилось со мной. На самом деле так. Не верится, что раньше я жил в одном из высоких домов и каждый день мог смотреть на небо. Кажется, метро всегда было моим домом. И все же я скучаю по потерянному миру. Поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Само собой. Святое местечко. Повезло нам, Артем. Похоже, схрон местных сталкеров. Опа-на, ключик. А где были сталкеры, там? Черт, фильтров маловато. Ну, хотя бы пробитый. Ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Блять, на... Воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Если хочешь жить, умей вертеться, говорится. Блять, 3 минуты. Фильтров на 3 минуты? Серьезно. Блин, красивая картиночка. Красивый рисунок, хорошо. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Ну погнали, по крылу так по крылу. Окей, ладно. Слишком громкий эффект. Кстати, у него саперная лопатка. Вон и переход, давай туда. Если тут застрянем, нам крышка. Надо скорее добраться до станции. Проверь некий фильтр. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари. Блять. Фильтр. Фильтр, то, что нужно. Фильтров на 2 минуты. Пробей служебное помещение. Давай пробьем. А почему он сами не пробьет его? Ебать, он, конечно, красивый. Блять. Так, а на что я поменял его? Блять, я поменял его на снайперку. Блюдок нам нужен. Давайте заберем обратно снайперку бесшумную. Какой он, сука, резкий. Ты в крови весь. Артём, стой, пригнись. Стражи, огромная стая, видно, от бури бегут. Хорошо, пусть будет бегут. Будет дело. Только если заметят нас, разорвут.
Опа, на, и что там дальше? Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно. Блять. Идем к самолету, пока новых не набежал. А пошли. Вот это обидно было. Даль достижения мышь. Сука. Они явно на что-то намекают. Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Конечно, обидно. Шикарное достижение. Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Бля, фильтров мало. Странно как-то. Вот здесь вот нужны будут торговцы. Ты тоже видел? И почему оно выдается типа как фотография? Живые, смотри, они живые! Оп, заметочка. Оп-оп-оп, дневничок. Красная линия, одно из самых больших и мощных государств метро. Оно занимает почти целую ветку. Насколько я себя помню, красные всегда говорили, что цель их построение коммунизма во всем метрополитене. Возрождение погибшей державы. Построение на равенстве и справедливости. Правда, независимые станции боятся красной линии. Как черт Ладана. А значит, без крови красным державу не возродить. Да красные совсем не ангелы. И что? Но то, что творят фашисты, настоящий ужас. И я рад такому союзнику, как Павел. Пусть он и красный. Так, с тобой все нормально, с тобой все нормально, ты живешь. Ты. Что такое? Это еще что? Черт! Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем! Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась. О, господи! Ебать, все. Радиационный фон? Да что же это творится? Я, ебать, куда я уезжаю? Чай ему дать. Мама, мама. Да че палаху надо, да ему дать. Идет. Ну, Артём, спасибо. Если б не ты, я бы так бы и задохнулся там, как остальные. Как этот вот. Давай! Убираться отсюда. На самом деле это прям жестко. Ай. Артём, давай направо. Вход должен быть за этим зданием. Так, уберем зажигалку. Черт, демон! Срежь его! Ебать, конечно, ублюдка колокматит, что пиздец. Ай, блядь. Ебать, такого раньше не было, чтобы он лапой пиздил в воздухе. Цел, цел. Направо, налево? Куда идем-то?
Опа, нас крончик. Фильтры есть? Фильтров нет. Куда идем-то? Может, здесь тоже есть хрончик? Ну вот, есть. И фильтры есть. А, блять, воздух кончается, ебать. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Верните мне мою винтовку Мосина. Я так понимаю, в этот момент никак по стелсу нельзя было пройти. Вход на театральную тут, за углом! Побежали! Побежали, домой, побежали! Вот это вот. Что это, блядь, такое огромное нахуй шагает? Давай сюда! Давай! Руку! Скорее! Сейчас еще добежит! Тут где-то рядом вход! Наверху! Ай, блядь! Какие нахуй... Да-да, я хочу сюда дойти. А, мы там уже были. Вниз, понял, все. Открывайте, скорее! Ай, блядь. Нормально, живем. Ебать, как они огня боятся-то. Ничего так прогулочка получилась, а? Нормально, надо побольше фильтров купить. Ой, ебать, красивая фотка была. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах, иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово. Супер. Если через час мы будем. Но хуй такое будет, конечно. Извините, время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? Еле ушли! В доме гнездо! У самолета! Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Большой группой идти надо. Чистить. Так что, отменяется вылазка? Позже пойдем. Надо людей набрать. Значит, будем мужиков ждать? Да, скоро подойдут и погоним тварей. Окей. А это, красные, типа СССР, Советы. Кто в армию запишется, признают человеком. Ага. На улицу. Ну или на виселицу. Прибыли, значит. Так вот оно что. Это все или еще будут? Все. Как и договаривались, два состава. А как там наши из первого? Решили уже вопрос? Куда там? Ждем ответа. Начальника уже плешь проели, но что поделаешь? Так может вы пока там решают, нас пустите? Не, не пойдет. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Ну хоть детишек. А родителей тут оставить?
Нет уж, лучше подождите все. А первую группу же пустили? Да куда их пустили? Сидят на запасном пути. Вас хоть на платформе оставить решили. Есть где размяться. Понятно. Ага, вот оно что. Значит так, вопрос сколько с нашим размещением решают. Пока сказали ждать. Но почему? А как же дети? Почему им именно мы? Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. Или ты думала, мы всех соседей пересидим? Нет, там скоро один фюрер останется. Как же мы жить теперь будем? Да уж найдем как. По крайней мере, череп каждый день мерить точно не станем. Ой, плохо мне. Воздуха не хватает. Да-да. Да-да. Все хорошо. Все уже хорошо. О, мышка в клетке. Прикольно. Начальник а сейчас занят. А расклад у нас такой. Подождите. Соседняя станция, площадь революции. Наша угу. Красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Ну нельзя ну, сейчас, подождите. Мы не можем ждать бесконечно. А я что могу? Я ничего не решаю. А кто решает? Что, так трудно нас или принять, или отправить дальше? Решает руководство. Мы уже послали запрос. Подождите. Какой еще запрос? Вы же независимая станция. Вы же здесь руководство. Какой надо запрос? На красную линию. Вы понимаете, о чем я? Ага. Вот оно что. Вот кто тут главный. Именно так. И в ваших же интересах... Погодите, давайте-ка мы потише. А что потише-то? Начальник станции. Хорошо. Опа-на, заметочка. Павлу нужно время, чтобы подготовиться. Договориться. Граждан других станций на красную линию без особого разрешения не впускают. Государство, которое все время готовится к войне в любом чужаке видит шпиона. Так что у меня пока есть время осмотреться на театральной. Эта станция настоящая легенда метро. Почти как полис, но есть ли в полисе собрались выжившие ученые и интеллигенты, то театральная считается культурной столицей метрополитена. Так, он здесь не уходит, да, я так понимаю? Окей. Оружейная ферма нам сюда. Нам, конечно, явно не на ферму, но в оружейную нам стоит зайти. Ой, вот он и чекпоинт, вообще замечательно. Подайте последнему театральному критику. Подайте. Бурлаки. Гоголь. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши, все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Блять, я не знаю, что написано здесь на этой табличке. Вообще, зачем? Почему? Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Алмстор, The Man. Чен Вен Бхзей. Бравен Неф Ворлд. Но почему? Никто не любит правду. Я говорю, вы позорите имя Большого Театра. Они мне теперь большой, это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. Эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой Театр, не понимают даже, как их обманывать. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрончик, а? Ну ладно, на тебе. Спасибо. Значит, есть еще люди в этом мире? Да не за что.
Светло, тепло, выпивка, а кругом... О, будет в кафтом баре. Он упадет? Нет. Нет, здесь нельзя взять алкоголя. Короче, проходим дальше. Ой, гитарка, гитарка. Рассказывай, чего мерки меняют топора своей теории. Обострение расовой борьбы. А как это, чтобы от лишних ртов избавляться? Угу. И как? Устояла перед Шихерфюрером-то этим? Устоишь тут. Я-то отшила его. Через три дня вызывает. Снег замазал, что я поставила. Говорит, мол, муж твой по новым меркам мутант. Там же как меряют. Чик туда, чик сюда. Вот он моего в мутанты вывел. И такой, мол, давай, выноси ему приговор. Я, как? А он сама, мол, знаешь. А если не согласна, то веселится ему. Ну и куда ты денешься? А чего ты сбежала тогда, раз так? А потому что все же. Через три дня снова моего взяли. Он не выдержал, говорят. Давай шуметь, мол, перемиряли же, все нормально. Один возьми, да и скажи ему, это из-за бабы твоей. Мой бросился на него, ну... Все. Понятно. Не найдет он тебя здесь? Не полезет сюда. Коммуняки рядом. А мне все равно хоть в петлю теперь. Да, грустненько. Прости, Кать. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. Угу. А Витёк маской на камне. Демона отогнали, смотрим. Лежит Витёк. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Как же так, Костя? Прости, Кать. Прости. Не уберегли. Не уберегли, Витька. Как же это? Мы тут похоронили его. Хорошо. Да, дядь Миш, покажи мне. Папа, ставь. Он мне тоже куклу принесет. Ух ты, это же демон. А у меня летчик. Страшный козлочек. Демон, демон. Вон крыльями, как Маша. Когда? Да, мне завтра обещал принести. Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлёте так сильно крыльями машет. Так мама говорит. Папа видел много. Правда, это демон, дядя Миша? Скоро. Вообще-то... Побежали к Наташке. Пусть будет демон. Правда, раньше были такие птицы. Ага. Прям такие, как демоны. И злые такие же. Нет, не такие. Что я могла ей сказать? Красивые, сильные, но меньше демонов. Правду? И людей не трогали. А кому она нужна? И другие птицы тоже были. И жизнь такая, с такой. Лучше вы мне скажите, кто это, с таким длинным носом. Хоронить нечего. Может, упырь? Только уж больно нос большой. Прощение, прости. Серый, твой папка про таких не рассказывал? Как вы теперь так? Нет. А он не в библиотеке был, и даже в парке. Про медведя рассказывал. А про упырей с такими носами нет. Дядь Миша, это кто? Это слон. А. Видели из той книжки. Я думал, упырь такой. А слоны страшные были. Может, упыри из них вышли? Слоны были очень большие, но просто так никого не трогали. Только если их разозлить. Но уж если разозлятся, то могли и растоптать. Так, в смысле, кого они могли растоптать? Зачем? Так, понятно, сеть пропала. Точно, упыри от них. Это ж мамки их нездоровенные так нападают. Папа говорит, если разбежится, точно затопчет. Надо отпрыгнуть в сторону, а так она и своих топчет. Может и от них. Зоопарки-то слоны были. Так. Измельчали они как-то, если в упыри превратятся. А вот это, что за птица? Это лебедь. Вон шея какая длинная. Я знаю. Она и в книге была. И еще у мамы картинка большая с циферками есть, такой птицы. На стене висит, вот. Лебедь двоечка, что ли? Правильно, лебедь. А вы, ребята, чего молчали? Вы же тоже видели и книгу, и календарь у тети Томы. Да я все думала, что это мутант такой. А я тоже. Вроде похоже на книгу, но в книге же они все не живые. А этот во как шевелится. Ребята, ну постарайтесь представить, что есть еще... Хотя... Ладно, а это кто? Вот это точно жука-паук.
Вон как у него жвалы торчат. Щука-паук? Нет, это коза. Точно как на картинке. Они у нее ядовитые рога. Она ими хватает. И Света тоже боится. Мама говорит, что рогами коза бодается. Я ее боюсь. Коза страшнее пауков. Они хоть Света боятся. Знаешь, Катя, это и вправду коза. Только она не страшная совсем. И бодаться просто так не станет. И вообще, это очень полезное животное. Молоко у них очень вкусное было. Дядя Миша, а чего вы все таких сложных показываете? Их только Катька знает. Покажите, чтобы и мы ответили. А то нечестно. Да, дядя Миша, ебать, у них револьвер, охуеть. Ну ладно, уж это-то вы точно знаете. Ну, кто первый? Я, это точно Кикимора. Вон как пастью щелкает. Как прочный наряд. Это ясно видно. Эх, ребята. Простите, плохо я показываю совсем. Не могу. Раньше-то хорошо умел, а теперь совсем разучился. Простите, дайте передохнуть. А позже я еще попробую. Только вспомню, как же их... Как их показать, чтобы вы узнали. Угу. Метро 34, метро 33, метро 35. Книги, прикольно, реклама книг, супер. Вот он, наконец-то маркет, маркер. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Все копил. Кончилась жизнь. Да и черт с ней, хоть гульнул. Патрончики хоть и самодельные, это но нормальные, хватил. Бери. Может, мы еще из подручных досталкеров дорастем? Вожатого будет. Ладно, я угощаюсь. Из подручных досталкеров. Заебись. У меня дня на три осталось. Защитите себя и своих близких. А кому рыбки? Вчера свинецы. Живая рыба, свинецы. Так, дед, что у тебя есть? Мне нужен обмен. Калаша у тебя никакого нет, я так понимаю. Хорошо, что у нас по тюнингу есть? Разная рукоять у меня и так есть. Так, что это в бой? Так, охотника двусвольная для средней дистанции. Наверное, вот это вот все-таки сделаем полный ствол. И это нам пригодится. Здесь у нас что по тюнингу? Что это? Патроны и другие боеприпасы. Ну все, у нас на тихар есть. Кожа! Лучшая выделка! Оригинальный покрой! А где у нас фильтры? Фильтры, бро. Гранаты мне не нужны, мне бы фильтр найти у кого. Сразу ко мне. Патроны, бери, бери, не пожалей. Вставляет как надо. Что-то будет. Канкан, шоу. Запрещено же везде. Я лучше пойду выпью. Стой, проход запрещен. Ой, дневник пропустил, вот он. Еще бы, ведь прямо над ней находится... Гремевший на весь мир большой театр. Говорят, из его подвала можно было спуститься в прямо в метро. Поэтому многие из него, актеров и других сотрудников, в судный день сумели спастись. На станции они снова новый большой театр. Восхищенные рассказы, о котором достигают самых длинных уголков метро. А поскольку обитаемый мир заканчивается там, где заканчивается линия метрополитена, можно поговорить, что... И у нового большого всемирная слава. Говорят, он продолжает традицию своего великого предшественника. Говорят, пока. А большой дает свой представление. Земля будет продолжать крутиться. Мне всегда хотелось бы хоть раз попасть на спектакль. Может, теперь у меня есть шанс. Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Блять, а где я сундук проебал?
первого. Куда? А билеты? Не смеши народ. У меня уже на руках не поднимается. Да-да, конечно, проходите. Артисты горят энтузиазмом и прямо рвутся на сцену. Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь, посмотри тут. Я тебя у гримерки подожду. Окей. Маэстро Канкан! Опа-на! Оп-оп. А где можно присесть? Все, супер, я сделал скриншот. Да, такого сцена Большого театра еще не видела. Несравненно, несравненно! Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Ебать, кротокрыс. Але, оп. Охуенно. Даже... Але! Оп! Але! Оп! Я кому сказал? Але! Оп! А вот хуй тебе! Ах ты скотина тупая! Але! Оп! Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Так, даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. О черных? Черных? Страшных. Пуля их не брала. А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти щадя ада оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. Сука. После возвращения к традиционной... И тут шутки про грибы. Новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф. Поздравим ВДНХ. В смысле, что здесь не так? Наша программа продолжается. Кто сказал, что здесь что-то не так? Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но как всегда бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты! Давайте послушаем. Блять, почему этого танца нету в трендах ТикТока? Туру-т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 уру
Струны моей души никогда не будут звучать, как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их. Ага. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публики самый зажигательный и искрометный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. Наше огненное шоу. Встречаем, господа! Ну такое себе, если честно. Он не нашел, конечно. Явно за этим сюда бы не стоило идти. Но музычка прям поднапрягает, конечно. Поднапрягает. Такая опасная прям. Поражение. Я оцениваю минимум как вторую, а то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Спасибо, друзья. Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуйте? Ну, а у нас все еще есть чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, гранатомет. На сцене виртуоз арпеджио, бог легато и демон тремоло, любимый ученик Владимира Манилова и Мела Бэя, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! А где потанцовка? Да что здесь не так? Ага, прикольно, запасной выход как пропадает, смотрите. Опа-на. Тут-ру-ту-ту. Как говорится, еще немного, и сердце мое не выдержало бы радости. Ноги сами пустились. Но девушки были горячее. Тело бы... Куда там ей светит? Спасибо, Виктор. Спасибо. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера «Пилорама». Однако, у нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки! На сцене дуэт «Минчук и Пожарный» с инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствуем виртуозов! А здесь, по идее, черный будет показан или не будет? По идее, должен быть показан черный. О, дуэт. Тут-ту-ту-ту.
определенно музыкальное открытие столетия. Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правом ухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экспромт-дуэт Минчук и Пожарный. Итак, виртуозы. Дорогие зрители, настал грустный миг. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Надеюсь, она понравилась вам так же, как мы наслаждались вашим обществом. Спасибо, друзья! Приходите к нам еще! Маэстро, сыграйте нам что-нибудь прочувствованное на прощание. О, посмотрите все представления в театре. Ну и на этом, конечно, наш выпуск подходит к концу. Приобщился к искусству? Ладно, пошли, театрал. Театрал.